В Белорецке запустят новое литейное производство «Белкаст». Объем капвложений в проект составит 150 миллионов рублей. На площадке будут изготавливать комплектующие для компаний-учредителей завода весового оборудования и Уральского завода спортивного инвентаря. Проект подразумевает замещение изделий, изготовленных при помощи лазерной и плазменной резки на фасонное литье из чугуна и стали. Это гири, гантели, спортивные диски, корпусные детали и так далее. Помимо этого, предприятия смогут выпускать широкий ряд деталей для нефтегазовых компаний страны. Данный проект получил статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот. Освоение статуса приоритетного проекта предоставляет возможность предоставить инвестиционный налоговый вычет на налогу на прибыль организации. Разумеется, это позволит, даст экономию порядка, по предварительным данным, до 500 тысяч ежегодно, которые, соответственно, мы планируем реинвестировать в дальнейшее производство. Производство, которое планирует запустить, очень энергоемкое. В связи с этим глава Башкортостана поручил Минпромэнерго также выделить инвесторам субсидию на подключение к сети электроснабжения.